Моя Брещина, речки, озера, журавлины, буслины, мой край. У траве тут купаются зоры, и гомонят лясные просторы, а у квіцені лащиться мак. Мария Якимук – поэтесса со стажем. Пишет стихи уже очень давно и старается не пропускать ни одного творческого вечера. Более того, является организатором многих из них. В прошлом педагог начальных классов уверена, поэзия помогает отвлечься от мирских забот и дарит удовольствие для души. Сегодня Мария Семеновна помогает молодым поэтам раскрыться, преодолеть внутренние страхи и выступить на публике. Привлекать молодых надо обязательно, и потом есть талантливые, а они вот как-то стесняются показать свои стихи или где-то выступить. А если их пригласишь, они начинают раскрываться, показывать свои таланты. И потом смотришь, может быть, будут писать, не отойдут от этого. На творческом вечере прозвучало много лирических стихотворений. Выступали и дебютанты, и поэты со стажем. Размышления в стихах о красотах природы, о душевных скитаниях и, конечно, любовных переживаниях. Поклонники Евтерпы с открытым сердцем исповедовались перед публикой. Музыкальные композиции гармонично вплелись в канву поэтических чтений и стали настоящим украшением творческой встречи. Это сближает поэтов, раз. Во-вторых, чтобы слушатели увидели своих героев, скажем так, любителей поэзии, да, чтобы послушали, о чем поэты думают, о чем пишут, вот как выражают сегодняшний день в своих стихах. Поэты не рождаются случайно. Поэтические чтения, которые проходят каждый год и всегда приносят толику новизны и удивляют оригинальностью форм и содержания. Поклонники поэзии приходят на творческий вечер, чтобы стать свидетелем чьей-то истории, почувствовать себя причастным к поэтическому искусству, забыть о мирской суете и насладиться красотой хорошо слаженных фраз.